С этого места. Об этом и другом сегодня в «Проспорте». Наконец-то дождались. В студии Роман Рюмкин. Остаемся на телеканале «Беларусь 2». Будет интересно. Как хорошо. Так, подожди, с руками что делать? Выше немножко. Угу. И мат. И когда там пишут журналисты умные, что там играли 4, там 2, 7, 3, 1. I'm sorry. Чтобы напрямую попасть в финальный раунд, нужно занять первое место. Второе и третье дает право на стыковые игры. Они пройдут в июле. Сам финал состоится в Турции с 29 под хрен знает какой августа. Нормально ли это? Пишем? Отсюда? Откуда? Хотя бы с предложения с какой-нибудь. Бру. Спорт. Пуп. Про спорт. Футбольный, баскетбольный, волейбольный. Тут запутаться уже можно. Гандбольный и ватерпольный. Чемпионат Европы среди юниорок. Юниорок. Чтобы что-то получалось, надо что-то делать. Я Андрей Шуляк. Я Роман Рюмкин. Я Юрий Прокопенко. Каждое очко на вес золота, поэтому 3 очка – это как бы корзина с золотыми яйцами. Сегодня про спорт все. Встретимся в следующий четверг. С вами был Юрий Прокопенко. До встречи. Не болейте.